Меня зовут Бобур. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Создание моего YouTube-канала мне еще пришло месяц назад, а для ее реализации мне еще ушло больше времени. Расскажу вам небольшую историю. Зовут меня Бобур, фамилия Султанов. Я сейчас в данный момент учусь в 11 классе в городе Бековади. Каждый из вас, наверное, думал, где я буду обучаться в будущем. Я, например, сейчас готовлюсь к обучению в Китае, изучаю китайский язык, изучаю его грамматику, и вот я тоже сейчас написал эссе. Ну вот, я в будущем, то есть на следующем году, в 2019 году, я буду сдавать экзамен SHK, дай бог, если я поступлю в Китай, буду снимать видео дальше в Китае. В течение моих видео я вам обещаю показать плюсы или минусы нашего города или какие-то хитрости. Кратко говоря, я вам постараюсь показать город Пикабад. На улице сейчас очень жарко, плюс 50 градусов. Я записал небольшое видение про меня, чтобы вы знали, кто я есть. Это видео является для меня очень важным, потому что оно у меня первое на канале. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом видео в комментариях. Если оно вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь.